Я говорю, ты чего хочешь? Ну, Путин мне, естественно, рассказал в разговоре требования их. Я ведь ничего, Александрович, не прошу. Пусть мне отдадут Шойгу и Герасимова. И мне надо встретиться с Путиным. Я говорю, Женя, никто тебе, ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст. Особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться, по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки. Молчит. Но мы хотим справедливости, нас хотят задушить, мы пойдем на Москву. Я говорю, на полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то, что войска, мне об этом Путин долго говорил, отвлечены на соответствующем фронте. Подумай, говорю об этом. Нет, вот такая эйфория. По всем законам жанра, любой русский бунт должен быть бессмысленным и беспощадным. Ну, если в первом вопросе насчет бессмысленности, как бы по официальной точке зрения он попадает под этот ранг, да, то есть никаких целевых установок, таких значимых или обозначенных именно мятежниками условными, не было. Ну, дайте нам Шойгу, дайте нам Герасимова, но это так себе цели, это понимает любой обыватель. Не такие целевые установки, вероятнее всего, были, но то, что было, то было. Других целей мы не услышали и, может быть, не услышим. Насчет беспощадности. Вот здесь, как говорится, удалось избежать вообще кровопролития. Ну да, погибшие летчики, вне всякого сомнения, это трагедия. Когда бунт не удался на завершающем этапе, тоже мы не видим никаких кровавых расправ. Хотя мы знаем, как Россия-матушка этим славится. Да? Что только стоит там Пугачевы, Разины, а если вспомнить там уровень гражданской войны и всего-всего, ну история так изобилует у нас примерами. Есть чем сравнить. Вот здесь же всего этого не происходит. Вот. Поэтому начинают всплывать различные конспирологические идеи, теории, что там внутриполитические какие-то передряги, там передел олигархов и так далее, и тому подобное. Там, а может быть, это вообще была перегруппировка войск с этим связана, или вообще там это что-то с охраной ядерного оружия на территории Беларуси. Масса этих конспирологических теорий, ну, если их отбросить и посмотреть действительно вот просто, что происходило, и посмотреть, к чему это могло привести, если все-таки эти целевые установки, те, которые мы знаем, могли быть реализованы. Во-первых, взятие Ростова без единого выстрела. Мы знаем, что такое в прифронтовой полосе, как должен охраняться и обороняться один из основных пунктов управления Южного военного округа. Ну что, взять его фактически невозможно. Значит, какие-то были либо непонимание со стороны, значит, не ставилось никаких задач по противодействию всему этому, значит, было использовано время, место и так далее. То, что говорит Пригожин, прилетела якобы ракета, взорвалась, мы все вскочили на коне и куда-то поскакали. Ну, конечно, это можно себе представить, если там три богатыря на трех конях куда-то поскакали. Но двинуть одновременно 25 тысяч войска невозможно. Ему надо поставить задачи. Его надо дозаправить, загрузить боеприпасы, выстроить колонны. И куда-то их еще и двинуть надо. То есть это уйдет, но времени, вы знаете, измеряется сутками иногда. Но тем не менее, как говорится, колонны пришли. Южный военный округ продолжил функционировать, никакой стрельбы, ничего нет. Но дальше еще один интересный момент. Говорят, что вот и многие блогеры, многие корреспонденты начинают смеяться. Дескать, по центральным дорогам шли, там, ничего не боясь, выдвигались колоннами. Там, да ну, это не бывает, это все. Так оно так бывает. Вы понимаете, темп и подготовленность Вагнера такая, что они проскочили за менее чем за сутки более 700 километров. Я вам просто скажу, что это колонны бригадные, которые глубиной 50-60 километров. Их возможности за сутки пройти не более 300-350 километров. Они это перекрыли более чем в два раза. Не зря Запад весь переполошился, потому что такими, я думаю, темпами, такой дисциплиной марша и такими возможностями вряд ли какая-то еще армия мира может похвастаться. И они же шли в предвидении вступления в бой, значит, шла разведка, шло охранение, шли основные колонны, которые построены именно для быстрейшего вступления в бой и все остальное. Это действительно феноменальная подготовка. Я говорю, что с военной точки зрения это где-то сравни с переходом Суворова через Альпы. Я говорю, можно поставить на один уровень. В то же время, когда выдвигались эти колонны, говорили, что Росгвардия пыталась выстроить свою оборону вдоль Оки, последнего рубежа барьера, ну, где часто останавливали крымчаков и так далее.
И вы посмотрите, сколько оставалось времени для Росгвардии, чтобы подготовить эту оборону. Менее суток. То есть оставалось каких-то вообще там менее 100 километров до них. Что такое подготовить оборону даже на рубеже? Это надо создать боевой порядок. Это надо создать систему опорных пунктов, огневых позиций, там, рубежей, районов и так далее. Построить систему огня, систему инженерных заграждений. И это все быстро не сделаешь. И то есть здесь глава Росгвардии ничуть не обманул генерал Золотов, когда сказал: мужья отдали женам свои заначки. Каждый военный человек понимал, даже если они успеют на этот рубеж, тоже обладая, я понимаю, что они великолепно тоже подготовлены, страна постоянно воюет, то оборона будет неподготовленная. И не дай бог бы столкнулись, это была бы такая мясорубка, которая бы даже вот это то, что на Украине, показалось бы, понимаете, просто детской забавой по сравнению с этим. Гражданская война, она страшная. И тут, слава богу, вмешался наш глава государства. Вы понимаете, здесь еще в чем глубина, то, что наш глава государства сделал. Он решил этот вопрос. То есть то, что предложил Александр Григорьевич, устроило и одну, и вторую сторону. А значит, он глубоко погружен в эту внутриполитическую проблему, которая находится в Российской Федерации. Иначе бы вряд ли бы было можно убедить. Потому что, скорее всего, и цели, и задачи у противоборствующих сторон были. И они были глобальные, по всей вероятности, раз это вышло на такой высокий уровень. И теперь мы говорим, кто же истинный региональный лидер у нас? Наверняка это не напыщенный Дуда или Науседа, которые пытаются изобразить из себя кого-то, а есть человек, от которого сегодня региональные проблемы во многом зависят и решаются. Здесь еще раз хочется сказать о том, что, скорее всего, мы, ну, может быть, и не узнаем всей правды о том, что происходило, а может быть, и не надо ее узнавать. Достаточно того, что нам сказали. Самое главное – достигнуть результат. Не было кровопролития. Путин, как всегда, на высоте. Хоть там и пытаются сказать, что пошатнулось, ничего не пошатнулось. Те, кто пытался пошатнуть его, сейчас расплатятся. Александр Григорьевич, как всегда, показался мудрым политиком, ну а Евгений Пригожин на данном этапе сыграл часть своей исторической роли. Нужны ли частные военные компании? Сегодня часто мы задаемся вопросом, или не нужны? В современном мире для внутригосударственного использования частные компании не нужны. Это однозначно. Наемничество, вряд ли оно принесет свои плоды. Мы всегда знаем еще со времен Валенштейна, да, о том, что рано или поздно любая частная армия начинает качать свои права. А еще самое главное, что можно сказать, а вот для использования за границей, именно в качестве экспедиционных сил, эта компания, безусловно, нужна. Я думаю, Вагнер еще сыграет свою эту глобальную роль. Нет в этом деле героев. Нет. Это я искренне говорю. Мы с Путиным виноваты, что не приняли вовремя меры, поэтому никто себя здесь героем не считает. Да, мы остановили плохое развитие событий. Возможно, чудовищное событие. «Если рухнет Россия», это цитата моя, я говорю главам государств на всех совещаниях. Если кто-то думает, что кому-то будет хорошо из-за того, что в России плохо, забудьте. И цитата: «Если рухнет Россия, под обломками будем все мы». Если кто-то этого не понимает, задумайтесь над этим. Покопайтесь в истории. Отмечу, что президент регулярно на встречах разного уровня и внутри нашей страны, и общаясь с коллегами, главами государств, Содружества независимых государств или же Организации договора коллективной безопасности, акцентирует внимание на важности солидарности вот всего того пространства, которое принято называть постсоветским. А я бы сказал бы русского цивилизационного пространства. Ведь не зря все эти государственности сложились на обломках Российской империи и впоследствии Советского Союза. То есть все равно становым хребтом, вот, скажем так, этой системы
является то государство, которое мы сейчас называем Российской Федерацией, со столицей в Москве. Совершенно понятно, что, допустим, конфликт в Карабахе или же какие-то всполохи на таджико-кыргызской или таджико-афганской границе, хотя обывателю кажется, что это где-то далеко и не у нас, с точки зрения вот оценки безопасности, безусловно, будут негативно сказываться и в Беларуси. Точно так же, допустим, белорусский кризис, он будет иметь последствия, в том числе для тех союзников, которым представляется, что это, скажем так, некое далекое от их интересов дело. Вот так вот эту ситуацию вижу я, и надо сказать, что, наверное, насколько мне удается понимать Лукашенко, когда он сказал, что мы с Путиным уходящие политики, мне эта формулировка не очень понравилась. Я не буду спорить с президентом, но вместе с тем, мне кажется, не уходящие политики, а политики того поколения, которое мыслило и мыслит категориями единого пространства. Вот именно поэтому Беларусь, понимая в том числе свою долю ответственности, да, за все наше общее отечество, от Владивостока и до Бреста, является фактором обеспечения внутренней стабильности в России. И наоборот, мы помним, что в 2020 году одним из критериев, скажем так, повлиявших на благоприятное развитие ситуации для нашей власти, для конституционного строя, для большинства законопослушных граждан была поддержка, которая была нам оказана Российской Федерацией. То есть понятно, что наряду и с другими факторами, с выступлениями народа в поддержку законности, с лояльностью силовых структур и их готовностью выполнять свои функции. Но тем не менее Россия и слово России, та позиция, которую заняла российская страна, она благоприятно повлияла на урегулирование кризиса в Беларуси. Точно так же и сейчас, мысля категориями единого отечества, вот действия нашего президента по медиации обстановки, синхронизация его усилий с президентом Российской Федерации Путиным, они привели к купированию вот этого, скажем так, как там выразился Лавров, да, там некоторые критикуют его за это выражение, этой передряги. Но надо сказать, что эта передряга могла перерасти в большую кровь. Малая уже пролилась. Вот. Не надо забывать о людях, которые вступили в столкновение с вот группой Вагнера, выступившей, скажем так, против отдельных элементов федеральной власти, выполняли свой долг и погибли. То есть эти люди показали и продемонстрировали, что значит действительно быть военным. Нравится тебе или не нравится, необходимо выполнять поставленную задачу в интересах государства, погоны которого ты носишь. Вот. Это тоже как бы важный момент. И дальше, если бы ситуация развивалась в динамике, негативной динамике, конечно, все это могло перерасти в тот самый бессмысленный, беспощадный русский бунт. Войну всех против всех. Но этого не произошло. Во благо нам, на зло нашим врагам, которые ждали там погружения России в 1917 год, этого не произошло, и это очень хорошо. И, конечно, страницу это надо перевернуть, работу над ошибками сделать, не надо здесь никого героизировать, не надо здесь искать никакой хитрый план, как это тоже начали делать отдельные деятели. Имеем то, что имеем. И все, скажем так, негативные стороны этого процесса, они выпукло проявились в произошедшей ситуации. А с другой стороны, и та солидарность, которая существует между Беларусью и Россией, это тоже ее укрепление. Вот с 2020 года мы наблюдаем в динамике ликвидацию таких вот проблемных сторон нашего взаимодействия. И все больше и больше укрепляется доверие. И действительно, уже сейчас была сказана президентом эта формула, произнесена: два государства, одно отечество. На мой взгляд, эта формула довольно емко отражает характер сегодняшних белорусско-российских отношений. Мы готовы прийти друг другу на помощь, мы друг другу помогаем, никто из этого не делает некое снисхождение, извлекает пользу или какой-то там пиар. Этого нет. В наших отношениях этого нет, и я так даже думаю, что те журналисты, те представители экспертного сообщества, которые продолжают мыслить вот такими категориями, постепенно просто сам исторический процесс уберет их на обочину. У нас достаточно уже сейчас
конечно. Мощи для того, чтобы ответить. Ну, многие говорят, ну, батька, вы знаете, он такой. Да, я такой, когда речь идет о моем народе, о моем государстве. И потом я же не позволю то, что мы создавали здесь, корячились четверть века, вместе с белорусским народом создавали это независимое государство, что я так отдам их 10 миллионов на растерзание. А россиян сколько здесь? Еще 1,3 миллиона постоянно. Вот 13 миллионов я за них отвечаю. Поэтому без колебаний, если только будет совершена против нас агрессия. Вдоль наших границ, вот постоянно мы отслеживаем сегодня, проходит огромное количество различных учений. То есть даже сейчас больше десятка их вот на нашем направлении осуществляется. Вот недавно этот защитник Европы прошел, воздушный защитник и так далее. Группировки войск, там силы первоочередного задействования, силы быстрого реагирования тоже вдоль нашей границы везде абсолютно находятся. И постоянно увеличиваются эти группировки. Наша основная задача, конечно же, это не прозевать, когда они из состояния именно рисков и вызовов перерастут в угрозы, когда нам придется уже действовать, ну, в соответствии со сложившейся обстановкой. Ответить? Да вы знаете, ответить, конечно, есть чем. Вот. Во-первых, мы находимся действительно в союзном государстве. Это говорит о том, что у нас создана своя региональная группировка войск и сил. Это уже немаловажно. Потому что все-таки имея такую группировку, а все, что находится на нашей территории, все должны понимать, априори этим руководит только один человек, наш главнокомандующий, и никаких кривотолков не должно быть, так оно у нас организовано и в планировании, вот, то эта группировка, поверьте, она сработает. Однозначно сработает. И наша основная задача на фоне всего вот происходящего вокруг, то, что на южных рубежах, то, что там западные соседи постоянно преподносят нам какие-то сюрпризы внезапные, мы предполагаем и мы готовы именно к тому, чтобы предотвратить любое развитие событий. Надо видеть, что с одной стороны могут быть и политические какие-то аспекты, и экономические, но поверьте, если все пройдет в военную сферу, то это достанется всем, и мало не покажется никому. Война затронет абсолютно любого человека. Задача у вооруженных сил у наших есть конкретная в этом случае – прикрывать западное направление. Никаких других задач не стоит, связанных там, с агрессией в отношении кого-то, проведения провокации. Этого. Наша – это западные рубежи. Не дать ударить спину нашим товарищам русским. Я думаю, мы с этой задачей справляемся. Во-первых, уже сегодня боевая и оперативная подготовка выведена на высочайший уровень. Это тяжело. Вот глава государства обратился к семьям военнослужащим, это очень важно, очень правильно сказал, потому что зачастую у нас сегодня военнослужащие месяцами не бывают дома, выполняя различные задачи. Уровень подготовки высочайший. Вот даже когда происходили вот эти известные события с ЧВК «Вагнер», НАТО еще думало, как привести все, в какое состояние боеготовности, метались, принимали решения. У нас, как сказал глава государства, оно было действительно так, менее чем за полдня войска были подготовлены, выведены, и им были поставлены задачи. Не было ни суеты, ничего. То есть в этом отношении можно не беспокоиться. У нас есть конвенциальное оружие высочайшее, у нас есть сегодня тактическое ядерное оружие. Но самое главное, что я хочу сказать, недавно прошел выпуск офицеров факультета Генерального штаба. Вот. И они сказали очень интересную мысль на выпуске. Он говорит, сегодня действительно мы обладаем самым современным обычными средствами вооружения. У нас появилось тактическое ядерное оружие, мы его вернули назад. У нас сегодня есть стратегическое оружие и стратегический резерв, которого нет ни у кого в мире. И это стратегический резерв, и это стратегическое оружие наш главнокомандующий. Вы понимаете, эти слова были сказаны искренне теми людьми, которые уже завтра после выпуска возглавят соединение, объединение, органы государственного и военного управления. Поэтому я думаю, что такого единодушного сейчас отношения, видя всю эту обстановку вокруг, понимая то, что за твоей спиной стоит твоя страна, стоят твои семьи, и что ты должен не просто в этой войне или в этом противостоянии выдержать, выстоять, но ты должен еще и победить. Потому что нация, она никогда наша не простит еще повторения хотя бы раз такой хатыни, которая была у нас.
И мы не должны этого допустить. У нас готовит силовой сценарий смены власти. Мы это видим. Мы этого не допустим. Вам хорошо известно, в той или иной степени угрозы касаются в том числе и вас. И смотрите, поводов для провокации и давления не допускайте. Любые действия и решения государств-содружества, не соответствующие ожиданиям Запада, могут стать поводом для обвинений и санкций. Ваша роль в этой ситуации многократно возрастает. Во-первых, все же заканчивая с теми событиями, которые произошли в России, я бы сказал, что друг познается в беде. Вот, мы это в полной мере на себе ощутили, ну и я думаю, что россияне тоже. Вот, сладкую чашу многие готовы испить, вот, если пригласить, а горькую далеко не все. Поэтому мы и дальше будем укреплять наше взаимодействие. Вот, как бы там кому-то не хотелось растащить вот, Беларусь, Россию, государство, СНГ, ОДКБ по разным углам. Я бы хотел бы отметить следующее, что как бы некоторые утверждают, что вот, этот цивилизационный подход он является неверным. Вот нет никакого постсоветского пространства, уже сложилась некая другая реальность. Но я совершенно точно знаю, что наши цивилизационные конкуренты, в первую очередь, конечно, коллективный Запад во главе с США, вот западная цивилизация, которая сейчас ведет ожесточенную борьбу за сохранение глобального доминирования на планете, они рассматривают наше пространство именно как единое. И одним из основополагающих элементов планирования является фрагментация этого пространства. С тем, чтобы впоследствии с каждым поодиночке разобраться с точки зрения установления их интересов, зачастую противоречащих, вернее, зачастую, а практически всегда противоречащих национальным интересам вот этих отдельно взятых государств, вот, было легче. Давайте вот зададимся вопросом, абстрагируясь даже от наших взглядов, а просто подумаем, неужели после переворота 2014 года так называемого Майдана, который проходил под лозунгами европейской интеграции, в который были вовлечены ряд руководителей, непосредственно вовлечены ряд руководителей стран Евросоюза, политики, политтехнологи, философы, даже представитель Госдепа США Виктория Нуланд, как мы помним, открыто поддержала протестующих, приехала в Киев, встретилась с ними, там общалась, кормила их, что Украине стало после этого лучше с точки зрения национальных интересов Украины. Что вообще Украина получила? Развал, уничтожение связей с традиционным соседом России, экономических связей, политических, военный конфликт с Российской Федерацией, отчуждение значительной части территории, вынужденная миграция более 10 миллионов человек, большая часть из которых это женщины репродуктивного возраста, за рубеж, преимущественно в страны Европы. Что в итоге? В итоге произошло в результате для Украины, в результате вот этого переворота, который, очевидно, отвечал интересам глобального Запада, прежде всего США. На этом примере мы видим, что эти национальные государства, возникшие на постсоветском пространстве, рассматриваются просто в качестве неких элементов большой геополитической игры, и их дальнейшая судьба и вообще процессы там происходящие, считается, что этих людей можно принести в жертву во имя целей глобального доминирования Запада. Я, например, так это вижу. И в этой связи понятно совершенно обращение президента к руководителям спецслужб. Что такое спецслужба? Щит и меч государственной власти. С тем, чтобы нам все же, помимо какой-то узконаправленности, необходимо думать вместе, как защитить наше единое цивилизационное пространство с тем, чтобы существующие здесь государства развивались в парадигме собственных интересов, а не интересов глобального Запада. Никто ведь не говорит о том, что необходимо опять объединиться там, в одну большую страну. Нет. Но поддерживать союзнические, партнерские отношения, сохранять открытыми каналы коммуникаций, доверять друг другу больше,
в силу обстоятельств, которые я перечислил выше, это, конечно, необходимо. Это, безусловно, очень важно. И относительно СНГ, во-первых, СНГ — это не только там, как выражались в начале 90-х, площадка для цивилизационного развода, цивилизованного. Это неправда. СНГ — это огромная система договоров, обеспечивающих комфортное, в общем-то, относительно комфортное перемещение, например, граждан, их пребывание, социальные гарантии для них внутри этого пространства. Вот выходит, например, Украина из Содружества независимых государств, сразу возникает вопрос, допустим, с пенсионным обеспечением, да, тех сотен тысяч украинцев, которые волею случая, волею судьбы, мы жили вместе когда-то, войны никакой не было, оказались на территории третьих стран. Что сейчас с ними делать? Ведь их государство, соответствующие договоры в отношении, допустим, граждан Беларуси выполнять прекращает, понимаете? Ну и так далее. Вырвали Молдову из пространства Содружества независимых государств, ну то есть приказали из американского посольства тем руководителям, которые к власти пришли в Молдове, а там абсолютное большинство выходцы из структур фонда Сороса. Многолетние, значит, получатели американского финансирования. Вот им приказали все, из СНГ выходите. Что к чему, зачем? Кто вас в СНГ к чему-то принуждал там, такому, что на сегодняшний день противоречит интересам Кишинева? Ну, разрываются торговые связи, разрываются связи по линии специальных служб. В итоге в Молдову из Турции прилетает гражданин Таджикистана, находящийся в розыске, устраивает стрельбу в молдавском аэропорту, в результате которой гибнут сотрудники службы безопасности аэропорта и пограничной полиции. А ведь если бы Молдова продолжала координацию и информационный обмен по линии антитеррора со странами СНГ, этого могло бы и не произойти. То есть молдавские спецслужбы, служба информации и безопасности была бы заранее уведомлена по партнерским каналам о возможности такого происшествия. Десятки людей, вам могу сказать, в Беларуси, опасных для общества, не только для нашего, но также те, кто пытается нашу территорию использовать в качестве транзитной. Значит, задерживаются отечественными спецслужбами благодаря той оперативной информации, которая получается по каналам СНГ. Оказывается, это очень нужно в армии. Ракеты ракетами, высокоточное оружие, самолеты, вертолеты, леопарды, Брэдли, которые уничтожаются так же, как и советские наши танки и БМП. Мы это увидели недавно в результате первого этапа контрнаступа. Поэтому хорошо, что мы далеко не влезли в дорогостоящие вещи, которые мы и произвести не сможем, а надо было закупать. А вот на земле это все плюс автоматы, пулеметы, гранатометы, они решают большие-большие проблемы. Глава государства вообще системно посещает предприятия военно-промышленного комплекса. Это говорит только об одном, что эта часть, эта сфера находится под его личным контролем. Это очень важно. В отличие от стран наших, которые соседи, данная отрасль у нас находится, ну, в гораздо более лучшем положении. Во-первых, после развала Советского Союза мы не дали глобально приватизировать и раздербанить это все. И сегодня это уже приносит свои плоды. Вы посмотрите, глава государства посещая это предприятие, там, да, безусловно, нам показали линейку современных боеприпасов, которая подходит для новых систем, такие как «Шквал», с дальностью до 40 километров, а это очень серьезное продвижение вперед, потому что таких систем, ну, буквально имеют далеко не все государства, именно 122-миллиметровым боеприпасом. Но здесь, наверное, более важно, это именно та линейка, которая была продемонстрирована нашего ВПК. Для того, чтобы понимать, вообще военно-промышленный комплекс — это целая система. То есть там не то, что вот давайте сегодня производить будем такие-то снаряды, давайте послезавтра такие-то пистолеты. Нет, нет, это достаточно долгоиграющий процесс. Во-первых, в самом этом комплексе заложены различные научно-исследовательские институты, научно-исследовательские части и так далее, которые там центры, которые проводят именно исследования, определяют, что необходимо, какой будет экономический эффект от всего вот этого, какой действительно боевой эффект будет, что рационально, что эффективно, что неэффективно. Это все проводится именно на уровне вот этих исследований. Вторая часть, это нужно то, что мы придумали сегодня, опробовать
И вот именно испытательная часть, она очень важна. И у нас имеется своя база испытательная в тех же самых предприятиях, на тех же самых полигонах. Но самое главное испытание, оно проводится в войсках, когда эти средства придают в войска. И там вот все плюсы и минусы становятся сразу же видны. Идет опять-таки, продолжается это научное сопровождение, потому что комплекс — это все единое. И только после этого, когда оно прошло войска, исследовано, апробировано, оно отдается на производство, принимается на вооружение и отдается на производство. Только после этого это все происходит и попадает именно для того, чтобы использовать в вооруженных силах или в других структурах военной организации государства. Но армия — это вообще дорогостоящая вещь. А сегодня армия — это не просто дорогостоящая структура какая-то, она еще и должна быть высокотехнологичной, она это вдвойне становится дорогостоящей. Это надо понимать, но в противном случае, как сказал Наполеон, да, не хочешь кормить свою армию, то будешь кормить уже не только армию сегодня, но еще и олигархов других стран различных, потому что раздербанят твою страну, буквально вот Украина самый яркий пример. Так вот, возвращаясь к вот этой линейке, которая уже принимается на вооружение, посмотрите, как серьезно мы шагнули вперед. Буквально вот за маленький промежуток этого времени. Авиация. Мы начинаем готовить наши самолеты. Об этом мы говорим дальше. Беспилотная авиация своя появилась. Причем очень серьезная авиация различных направлений, начиная от разведывательной, ударной, баражирующей боеприпасов. Это серьезное направление, и каждое государство себе это может позволить делать. Второе, посмотрите, какие у нас средства противовоздушной обороны. Мы сами их модернизируем. У нас есть действительно прорывные разработки во многих вещах, от которых мы тут и останавливались. Вот этот вот боеприпас для реактивной системы залпового огня «Шквал» — это глубокая проработка вот всем известного «Града» БМ-21. Причем это очень серьезная проработка. Вот зачастую мы тут начинаем говорить о контрбатарейной борьбе, а достать нечем. Вот, пожалуйста, есть чем достать, 40 километров. Чем не достать? Ну, на всякий случай, я, конечно, не бряцаю оружием, боже упаси, но от нашей границы до Вильнюса меньше 30 километров. То есть для этого просто, чтобы понять территориально, насколько это серьезно на самом деле. И все, что находится вблизи границы, оно все находится в зоне досягаемости вот таких серьезных систем залпового огня. А учитывая того, что мы имеем свои боеприпасы, но, может быть, я, конечно, наверное, не открою никакой тайны. Зачастую говорят о том, что мы там можем 10, 12, там, и там 15 тысяч. Я могу сказать так. Как правило, вообще-то даются это заниженные цифры. Чтобы никого, боже упаси, не напугать, что мы там готовимся к какой-то войне. Но нам нужно обеспечить, прежде всего, свои вооруженные силы. Нам нужно помочь союзникам. И нам нужно, чтобы все это купилось, еще куда-то передать на продажу. Вот, то есть там есть тоже целый механизм, где прорабатывается опять с научной точки зрения, что же со всем этим делать. И поэтому я думаю, что производство не только вот этих вот реактивных систем 122-мм, у нас производится и к стрелковому оружию свои боеприпасы, что важно сказать. Но глава государства сказал, мы не ввязались, но все равно это важно, создание высокоточных систем. Ну, ввязались, не ввязались, но у нас есть свои системы высокоточные. Это и Б-200, и Б-300. Продолжение той линейки ракет, которые мы используем для нашего полонеза. Да, может быть, конечно, оно не попадет прямо в лоб пехотинцу, но, наверное, этого и не надо. Вот. Но с отклонением там 30 метров, такая серьезная система, которая может накрыть и которая по своим характеристикам превосходит «Хаймерс», и об этом знают все, наверное, это было в свое время правильной разработкой. И посмотрите, как давно мы заглянули в будущее. Так то есть мы в ногу со временем идем или немножечко его опережаем? Любое наше совещание не обходится без обсуждения ситуации в Украине. Ну, опять же, извините за нескромность, как человек уже опытный в политике, хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины. Рано или поздно мы будем говорить о причинах этого конфликта. Но сейчас важнейший вопрос – остановить этот конфликт. Происходит массовая гибель людей. Массовая гибель людей, и если верить тем данным, которые мы получаем с линии боевого соприкосновения, интенсивность артиллерийского огня, допустим, нередко даже выше, нежели в период активных боевых действий в годы Великой Отечественной войны. Просто, ну, скажем так, современные средства ведения боя, средства защиты позволяют избегать многомиллионных потерь. Но речь идет уже о сотнях тысяч погибших вследствие конфликта в Украине, и этот конфликт происходит внутри нашей восточнославянской цивилизации. Меня даже не покидает мысль о том, что через какое-то время
не знаю, 30, 40 лет, 50. Не исключаю, что при определенном развитии событий историки будут называть происходящее второй гражданской войной. Это будет вторая гражданская война, ну, в России или же, скажем так, просто вторая гражданская война между русскими народами. Естественно, Лукашенко переживает это по-своему. Я уже когда-то говорил о том, что один из его архетипов – это офицер пограничных войск КГБ СССР. Он когда-то это общее пространство охранял и, насколько я знаю, служил на территории Украины. Он хорошо знаком с этим народом, в том числе с теми выходцами с Западной Украины. Кстати, сейчас вот все больше и больше информации о том, что если раньше вот перемалывался, скажем так, демографически мужской потенциал Восточной Украины, то сейчас вот все больше потери несут подразделения, набранные из жителей Западной Украины в результате так называемого этого контрнаступления, которое, по сути, является просто-напросто политическим проектом Демократической партии США. Вот они вокруг этого контрнаступа сосредоточили свою, скажем так, партийную пропаганду, которая должна показать успешность деятельности Байдена и его команды на международной арене. Вот так эта клика желает зацепиться за власть, обеспечить опять-таки интересы американского военно-промышленного комплекса и вновь переизбрать этого порой забавного старика, который совершенно очевидно, скажем так, если и держит бразды правления в своих руках, то как-то очень неуверенно, вот, скажем так. Поэтому желание Лукашенко, оно и людское, просто с точки зрения человеческой морали, оно и президентское, потому что конфликт в Украине ежедневно наносит значительный вред Республике Беларусь. Экономически мы не имеем возможности работать с этой страной в области торговли и экономики, а до этого для нас это был весьма перспективный рынок. В области безопасности, так как оттуда исходит угроза, значит, мы вынуждены держать на белорусско-украинской границе наиболее боеспособные подразделения. Мы не знаем, что завтра придет в голову ошалевшему киевскому режиму. Мы видим, что на территории той же Украины готовятся боевики из числа наших экстремистов, которые ежедневно там кукарекают в интернете о том, что они пойдут в какой-то поход на территорию Беларуси. Кроме того, ну, как мы можем относиться к тому, что в, скажем так, информационном дискурсе настойчиво продвигается мысль о вероятной техногенной катастрофе на Запорожской атомной электростанции. Если верить экспертам, то в случае, когда такая катастрофа станет возможной, радиоактивному загрязнению подвергнется вся территория Центральной Европы, в том числе заденет и Республику Беларусь. А что такое радиоактивная катастрофа? Наша страна, извините, знает не понаслышке. Мы до сих пор продолжаем бороться и тратить огромные ресурсы на преодоление последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, к слову, находившейся в юрисдикции украинской СССР. Понимаете? И в этой связи, естественно, Лукашенко, отечественная дипломатия будут делать все возможное для того, чтобы остановить этот конфликт. Вовсе не для того, чтобы, скажем так, конфликт заморозить, а потом враг нанес по нам еще один удар. Нет. Для того, чтобы добиться прекращения этого конфликта на тех условиях, которые изначально были заявлены российской стороной. Мы в этом плане, хотя не принимаем участие в боевых действиях, но, как было сказано в заявлении государственного секретаря Совета Безопасности, мы поддерживаем, разделяем цели специальной военной операции. Значит, мы прекрасно понимаем, что нужно выкинуть из Украины Запад, значит, который превращает эту страну в какое-то, значит, неонацистское вооруженное гнездо. И мы прекрасно понимаем, что необходимо вернуть, как выразился наш президент, Украину в лоно нашего славянства. Поверьте, история в этом плане нас оправдает, и украинский народ, несмотря на вот эти вот потери ужасные, которые сейчас, и ту боль, которую они переживают, те эмоции, в том числе, наверное, ярость у какой-то части общества и ненависть, через какое-то время осознает, что эти действия были оправданными. Точно так же, как немецкий народ в большинстве своем не имеет сейчас претензий к русским по поводу того, что мы разгромили гитлеровскую Германию, значит, и уничтожили ее военный потенциал. Наше поколение проходит сквозь испытания на прочность. Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев наших отцов и дедов.
Это означает только одно: мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей. И опять с Запада, как видите, история повторяется. Говоря про силу, я в последнюю очередь думаю про технические возможности. Они есть, и об этом мы прекрасно знаем. Во-первых, это действительно мы можем сказать о таких системах, я говорю, как авиация. То есть это и подготовка, мы знаем, Су-25, который у нас начинает организовываться, именно строительство, их модернизация и все остальное. Это беспилотная авиация, как я уже говорил, это и разведывательная, это и ударная авиация, которая есть. Системы противовоздушной обороны. То есть был у нас, помните, 2012 год, даже если бы его не было, надо было бы его придумать с этими мишками, со всем остальным, потому что так как шагнула у нас ПВО, действительно, система, ну, наверное, я не думаю, что где-то еще на нашем континенте кто-то сделал такой действительно стремительный шаг вперед. Смотрите, какие радиолокационные станции созданы. Мы сегодня от 5 метров от Земли до ближнего космоса видим все. Глядим туда же, ближе к Берлину, в сторону Скандинавии. То есть внезапность появления каких-то таких объектов серьезных, конечно, затруднительно. Я не говорю про какую-то мелочь, связанную с дронами, которая где-то перелетает, это совершенно другая история. Именно говорится о боевом применении серьезных средств, таких как крылатые ракеты, межконтинентальные, пусть даже баллистические ракеты, вот, любые там оперативно-тактические, авиация уже, там, беспилотная авиация там, стратегического оперативного уровня. Все это незамеченным уже не пройдет через нашу территорию. Это такие серьезные системы, как РОСА, это закупленные, которые были вместе с нами разработаны, такие как Противник, как Двина. То есть есть очень такие достаточно, Восток, есть такие очень серьезные у нас системы, которые позволяют это все отслеживать. Сама по себе система отражения вот этих вот зенитно-ракетно-артиллерийского прикрытия и так далее, ПВО, это начиная от ближних средств, такие как ТОР-2М, это самое современное оружие, оно в СВО себя показало максимально эффективно. Это модернизированные наши буки. Это же, конечно, 300-е комплексы различных модификаций. Патриот, ну, разрекламированное это чудо оружие где-то. Оно, конечно же, либо близко по характеристикам, либо совсем. Ну и 400-й комплекс, который недавно совершенно пришел, уже поставлен на боевое дежурство. Ну что сказать, аналоги есть только у нас и, наверное, в Турции. И то, наверное, в экспортном варианте, вероятнее всего. Но я не беру, конечно же, Российскую Федерацию. И это мы не говорим о том, что это все идет в совокупности еще и с авиацией, которая прикрывает тоже наше небо. То есть небо у нас сегодня, по большому счету, на замке. А средства радиоэлектронной борьбы, как смотрите, шагнули сегодня. Опять-таки мы говорим вот эту про тактическую беспилотную авиацию, про все остальное. Мы то же самое фактически ведем радиоэлектронную разведку, ну, на ту глубину, которая нам необходима. И способны подавлять многие системы, и беспилотные летательные аппараты, и пилотируемые способны подавлять. То есть радиоэлектронная борьба, причем это разработки наши, система «Гроза», она принята на вооружение не только у нас, и не только у нас эффективно работает, а есть и средства, которые сегодня позволяют и отклонять объекты от наших авиационных средств, и не только наших, но и наших ближайших союзников. Смотрите, как далеко то же самое пошло у нас из системы артиллерии. Если сейчас говорят, вот недавно Владимир Владимирович сказал о том, что важна именно контрбатарейная борьба. Почему сегодня так важна эта действительно контрбатарейная борьба? Во-первых, пока не подавил артиллерию, результата ты никакого не добьешься. То, что сегодня НАТО поставляет на Украину, вы знаете, они очень далеко шагнули. То есть когда мы выбили все, Россия выбила все системы, наши, которые были советского образца, стали поставляться натовские. Это очень серьезные системы, на самом деле. У них принята концепция, единая баллистическая концепция, где именно определяется калибр, длина ствола, там, требования к боеприпасам и так далее и тому подобное. Вот эти вот новейшие системы, которые поставляются там, из Франции, например, «Цезарь», или из Германии «Панцергаубиц 2000», они обычным боеприпасам за 30 километров ложат. А активно-реактивным 50 и далее, не говоря уже там по управляемые боеприпасы и все остальное. Те же самые корабли польские, ну это, конечно же, за основу взята британская система, вот то же самое великолепно себя показывает там. И с этими средствами нужно вести эту контрбатарейную борьбу. И вопрос стоит сразу же о дальности. И наиболее эффективно себя, как ни странно, начинают показывать реактивные системы залпового огня.
что говорит о том, что мы в свое время правильно продумали эту систему. У нас появилась линейка, начиная от флейты, которая ведет огонь на ближние расстояния. Это грады, шквалы, это те же самые ураганы, смерчи. Даже та же самая точка великолепно себя показывает. Ну, точка, конечно, да, не совсем контрбатарейная борьба, но вот эти вот элементы, которые в состоянии выполнять эти задачи, значит, мы в свое время предусмотрели это все верно и смогли угадать направление, куда это идет. Но не остаемся, конечно, мы в стороне и по другим системам артиллерийским. Но, тем не менее, надо уже серьезно взглянуть на эту проблематику. Дальше. Что касается тех, кто действует на земле и кто действительно идет в бой. Танки. Мы, помимо российского, того, что поступает к нам, это и новейшие БТР-82, это и Б-3 танки с новейшими системами управления огнем. То же самое модернизация идет у нас, Т-72. Мы были в свое время, Белорусский военный округ, это считался танковый округ. И этих танков, поверьте, у нас еще достаточно. Есть у нас свои танкоремонтные заводы, которые успешно модернизируют. Вот тот же самый Т-72Б2, он великолепный, там система управления оружием, и тепловизионные прицелы, все там имеется. То есть этот танк, он отвечает всем требованиям современной войны. Об этом свидетельствует то, что происходит на юге. Тот же самый БТР, которые новые сейчас начали производиться у нас. Я не говорю уже про ту линейку бронеавтомобилей, которые у нас выпускаются. Вот «Богатыри», «Кайманы» и так далее. То есть это все свидетельствует о том, что у нас имеется действительно потенциал и для собственного развития своей линейки систем вооружения. Ну и стрелковое оружие, что же говорить. У нас идет и проработка своих оружия, тот же самый ВСК-100, и пистолеты, и автоматы, и боеприпасы к этим вооружениям. У нас это все есть. То, что наши вооруженные силы готовы выполнить любую задачу, в этом можно не сомневаться. Я думаю, все видели 2020 год. Среди представителей военной организации государства, те, кто дрогнул, ну были. Если и были, то были единицы, поверьте. И кто пытается сегодня нас напугать, с одной стороны, на внешнем спектре, это те же самые наши соседи, которые сегодня видят, что уже при наличии тех систем вооружения, и то, что даже говорят, к нам сейчас Вагнер пришел, что вообще их напугало, да, то, конечно же, они, вторжение у них под большим вопросом. Они пытаются сегодня через какие-то другие структуры, там откровенные предатели на Западе сегодня говорят, мы там создаем свои белполки, хоругви и все остальное, что обязательно придет и так далее. Пусть они себя не тешут надеждами. Все об этом все давно знают, и то, что проведено сегодня, именно межведомственное слаживание вот этих всех структурных подразделений, вооруженных сил, КГБ, МВД, этого всего, то какие действительно продуманы замыслы защиты нашего южных и западных рубежей, ну, я думаю, это удивит очень многих. А если сейчас, как говорится, пришел еще и Вагнер, да, в помощь, ну что ж сказать. Я думаю, что вряд ли у кого-то что-то получится, и это осознают. И это вызывает еще большего, как говорит глава государства, гвалта на западе наших рубежей. Когда-то давно, когда вроде мы с Путиным как-то спорили, я сказал, придет время. Помнишь, газ, нефть, там, молочные войны, как их называли. Я сказал, что не надо нам друг против друга воевать. Придет время, когда спиной к спине будем стоять и отстреливаться. Ну и твои коллеги, особенно Ольга, в России, хихихаха, как отстреливаться? А сегодня? А сегодня, да. А сегодня отстреливаемся, стоя спиной к спине. В свое время, еще до событий 2020 года, встречаясь с молодежью, значит, обсуждая, допустим, лозунг «Государство для народа», «Беларусь – государство для народа», в ответ можно было услышать, ну вот, а что мне это государство дало? Да, можно вспомнить Кеннеди, не спрашивай, что Америка должна сделать для себя, спроси, что ты должен сделать для Америки. Но это, допустим, не работает. Да, на современного какого-то молодого человека, считающего, что ему кто-то что-то должен дать, и желательно побольше. Вот. Что мне это государство дало? Ну, там, образование, здравоохранение. Здоровье его не интересует, он здоров, пока не столкнешься там, в определенном возрасте с заболеваниями. Ну, насколько тебе интересны эти социальные гарантии. Мир. При слове «мир» хи-хи-хи-хи-хи. Он еще про войну расскажет, когда было там. Вот, демократии друг с другом не воюют. А, вот, сейчас никому не смешно, когда говоришь про войну. Это микроуровень. Макроуровень было то же самое. Лукашенко говорит, придет время, будем стоять спиной к спине. Да, ну что, против кого? Мир открыт, глобален. Сегодня на бизнес-джете полетел на Мальдивы.
да? Ну, если мы говорим об определенной категории истеблишмента наших союзников. С кем мы там будем стоять и против кого? Что он там рассказывает? Давайте мы эту Белоруссию переведем на прагматичный расчет. Вот. Ну и вообще, зачем нам покупать их молоко, если мы же он с пальмового масла бодяжить, вот какую-то бурду, деньги зарабатывать. Вот. Так вот это и все и было. К сожалению, отдельные ведомства контрольные становились инструментами различных бизнес-группировок, жестко конкурировавших с нами на российском рынке и конкурировавших, мы не против конкуренции, конкуренция – двигатель прогресса, конкурировавших, к сожалению, неправовыми, грязными методами. Вот. А вот произошли определенные события, в том числе события, кстати, 2020 года, когда, скажем так, российской высшей власти стало понятно, что дела развиваются в направлении эскалации. Потому что очевидно было, что стреляли в Беларусь, но целились в Россию. Вот. И если бы здесь полыхнуло, а потом еще и в Украине, мы понимаем, в какой ситуации оказалась бы Российская Федерация. И с этого момента отношение вот к такого рода проявлением, в том числе со стороны президента Путина, его ближайшего окружения, стало более внимательным. То есть до этого, да, там спор хозяйствующих субъектов, ну, слушайте, Россия огромная сверхдержава, там есть масса вопросов, а тут белорусы лезут с каким-нибудь Сморгонским молочным заводом, говорят, ну вот же несправедливо, посмотрите, ну он же вообще продукцию в Россию еще и поставлять не начал, а уже запретили. Вот. Здесь стало ясно, что для нас это важно. И если мы союзник, то нас необходимо поддерживать. По крайней мере, не допускать применения против Беларуси неправовых методов и практик. Ну, а естественно, после начала специальной военной операции наша значимость как экономического партнера Беларусь – первый торговый партнер России в СНГ и четвертый в мире для России существенно возросла. Почему? Уходят западные компании. Кстати, те самые, которые зачастую и находили лазейки в российских контролирующих ведомствах для того, чтобы, скажем так, блокировать наши возможности. Вот они сейчас уходят. Есть такое направление Government Relations, GR. Вот. И, конечно же, у коммерческих компаний, у коммерческих субъектов, у них для этого больше возможностей. Вот. Я вот студентам в финансовом университете при правительстве Российской Федерации преподаю этот предмет, значит, взаимодействие бизнеса и власти. Конечно же, мы говорим о том, что это взаимодействие, эти коммуникации нужно выстраивать в рамках закона. Но на практике мы знаем, что закона о лоббизме нет, а закона о коррупции есть. И иногда это все перетекает в неправовые формы, к сожалению. Вот. И я совершенно точно знаю, что с белорусами пытались конкурировать зачастую именно неправовыми методами. Естественно, после определенных событий внимание к нашим просьбам и отношение к ним стало совершенно другим. Вот сейчас просто-напросто, видимо, на такого рода действия поставлен федеральной властью жесткий блок. Почему? Уходят западные компании с российского рынка. Необходимо замещать, налаживать собственное производство определенных товарных групп, которые в России не производились и не производились в достаточном объеме, и, конечно же, пользоваться нашими услугами. В этом плане Беларусь и ее значение для России – это уже не только военно-стратегическое значение белорусского балкона, это еще значимый фактор обеспечения экономической безопасности Российской Федерации и в области индустрии, и в области сельского хозяйства, и по другим направлениям. И военно-техническое сотрудничество, закрытая тема, которую я не буду обсуждать, но могу сказать, что очень интенсивно развивается. Поэтому, конечно же, сама ситуация, беда общая, которая пришла в наше отечество, она вынудила забыть вот эти вот мелкие подковерные интрижки, которые, конечно же, оценивались в десятки, сотни миллионов долларов. Но, тем не менее, этого сейчас нет. И, видите, сразу дало результат. Мы в прошлом году в области торговли товарами и услугами, значит, сколотили оборот
в 50 миллиардов долларов США. Это абсолютный рекорд. С позитивным, кстати, сальдо для белорусской страны. А по первому кварталу нынешнего года у нас только оборот товаров составил 17 миллиардов долларов. То есть я думаю, что в этом году, если все будет в порядке, пока нет предпосылок говорить о том, что могут произойти какие-то негативные изменения в этом отношении, мы, значит, прошлогодний рекорд превзойдем. Сейчас много разговору и болтовни. Вагнер, Вагнер, Вагнер. Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры, как мы с тобой рассуждали, приедут к нам и помогут нам. Опыт их. Опыт. Ну, слушай, это на передовой. Штурмовые отряды расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин последний раз сказал, что контрбатарейная борьба. Да. Это, говорит, без этого невозможно. Беспилотники, они через это прошли. Они расскажут про оружие, какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять. Ну, смотрите, во-первых, я хочу сказать, что глава оборонного ведомства очень оригинально и очень креативно доложил. Наше государство обладает ядерным оружием. И он подчеркнул два раза. Это первая ядерная бомба, да, которая была. То есть, как говорится, продолжение следует. Но хотелось бы отметить самое главное. У нас создана своя военная школа. Своя белорусская военная школа. Мы взяли все самое лучшее, что было от Советского Союза. Мы проработали очень много для себя, потому что у нас, конечно, далеко это не та несокрушимая легендарная, которая была в свое время, да, в боях, прознавшая радость побед. Вот. Но мы продолжатели этих традиций, мы это прекрасно понимаем. Это очень важно понимать, что есть своя военная школа. Мы внимательно следим и анализируем, что происходит у нас на южных рубежах. И мы внимательно следили, в том числе и за опытом Вагнера. Анализ показывает, есть положительные, есть отрицательные моменты, есть какие-то плюсы, минусы, все это вне всякого сомнения. И мы видели, какие были недостатки у Вагнера при штурме того же самого Артемовска или освобождении этого Артемовска от ВСУ. Вот. Но тем не менее, очень много действительно мы заметили у них положительных моментов. Это прежде всего взаимодействие танков и пехоты, это управление, это действительно обеспечение флангов, преодоление минно-взрывных заграждений и все остальное. То есть тактический уровень, он очень и очень нам интересен. У нас есть свои наработки, мы знаем, как это действовать, но мы обязательно должны этот опыт у них перенимать. Но, я еще раз сказал, у нас есть своя школа. Я думаю, и для нас, и для Вагнера будет это сотрудничество взаимовыгодно. У меня нет к нему какой-то озлобленности. Понимаешь, если бы на его месте, извини меня, Путин был, я бы на него был злой. Потому что человек соображает, что он делает. Он знает, что такое война. Он военный человек. Но Володя Зеленский, он не специалист, не профессионал. Хотя он вырос. Он за это время вырос. Он вкусил этой должности до своего. Поэтому он должен был понимать. Ну, а потом, если ты в эту телегу впрягся, ну, дорогой мой, так ты уже отвечай. Поэтому он не понимает сам, что он творит. Еще по многим вопросам. Кое-что он уже освоил. Поэтому и спрос с него должен быть. Я напомню, что в свое время глава государства, скажем так, жестко, довольно-таки и недипломатично, но, на мой взгляд, заслуженно назвал нынешнего украинского лидера гнидой. И в этих словах действительно не было злости. Сквозило, наверное, презрение за то, что, имея колоссальный кредит народного доверия после президентских выборов 2019 года, приходя к власти как президент мира, имея возможность выстроить вновь адекватные отношения и с Российской Федерацией, и с Белоруссией, мы были для этого открыты, и полюбовно решить гражданский конфликт на территории Украины, Зеленский в итоге привел свое государство фактически к катастрофе. И как бы ни закончился украинский конфликт, страна на сегодняшний день находится в руинах. И десятилетия, если не больше, ее жизнеспособность
будет зависеть от внешних финансовых инъекций. Поэтому отношение к такого рода политику, какими бы он ни руководствовался соображениями, в какую бы зависимость от неких внешних управленческих центров не попал, потому что есть информация о его контактах с разведками, в первую очередь британской, на территории как самой Великобритании, так и третьих стран, что они ему там говорили, сулили или чем угрожали. Но оправдать эти действия невозможно. Нельзя. Я хотел бы еще напомнить относительно недавнюю историю о том, что так называемая специальная военная операция могла быть завершена, в принципе, уже в конце февраля, начале марта, так как после нескольких раундов переговоров в Беларуси на столе в Киеве и в Москве лежал мирный договор, который на тот момент всех устраивал. И это позволило бы сберечь сотни тысяч жизней, вот, а еще не меньшему количеству людей позволило бы сберечь здоровье, имущество и так далее. Тем не менее, после встречи с Джонсоном, после контактов с польским президентом Дудой, украинская политическая верхушка отказывается от мирного решения, и воронка конфликта начинает углубляться. Я бы еще отметил тот факт, он интересен на самом деле, что, используя для мобилизации общества довольно темную идеологию украинского национализма, а национализм всегда имеет ряд привлекательных черт, для, особенно для так называемых люмпинов. Он отвечает на простые вопросы. Кто виноват, кто наши, кто не наши. Культивирует в человеке чувство превосходства над другими. Вот эту идеологию бандеровщины, темного украинского национализма, они взяли для мобилизации общества и войны с Россией. А что по факту внутри страны происходит? Там слава Украине на фронте, а внутри страны абсолютно неолиберальные реформы и в части, касающиеся продажи земли иностранцам, вывоза черноземов, и в части, касающиеся легализации сексуальных девиаций и различных парадов этих меньшинств по Киеву, и в части, касающейся легализации наркопотребления. Вот так вот. Это следует знать тем, кто себе вбил в головы идею о неком превосходстве украинцев, вот это все там казачество, бандеровщина и прочее, что за их спиной в их стране происходят совершенно противоположные вещи с точки зрения практического управления. Но для этого нужно, скажем так, не просто выпучив глаза, орать про то, что древние укры выкопали Черное море, но уметь сопоставлять причинно-следственные связи и, скажем так, читать, что происходит в Верховной Раде, какие указы подписывает офис президента и тому подобные аспекты оценивать, анализировать, принимать вдумчивые решения. Не говоря уже о том, что 10 миллионов ваших бывших сограждан, из которых абсолютное большинство, там порядка 9 миллионов, не вернулось, сейчас, по сути дела, укрепляют демографический баланс, экономические потенциалы других государств, а не Украины. Все это происходило при активном участии, с молчаливого одобрения и так далее, Зеленского и всей той верхушки, которая пришла в партии «Слуга народа», потрясающее название, к власти в Украине. Они за это будут нести историческую ответственность. Точно так же, как отдельные у нас граждане говорят, ну вот эта вот женщина в Вильнюсе, ну вы же понимаете, вот она в таком положении, она же, посмотрите, она же, ну вот, как микроволновая печь, ничего, ну вот, ничего не может сама, только кнопки там какие-то нажимают. Нет, это не микроволновая печь, это человек. Какие бы интеллектуальные способности у нее ни были, все равно в силу возраста, в силу полученного образования, она должна понимать те общественно опасные последствия, к которым приводят ее действия. Поэтому будет нести ответственность, надеюсь, уголовную, и, конечно, будет нести ответственность перед историей. Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину? Они всерьез думают, что отделаются малой жертвой Вильнюсом и Европой. Не дай бог вспыхнет самая страшная в истории война. Не просто будет жарко в Варшаве, в Киеве или Вильнюсе. Исчезнем мы, Европа, как цивилизация. Но им же это не надо. Нам тоже.
Беларусь, Россия в таком исходе категорически не заинтересованы. Смотрите, очень важно, что эти слова действительно глава государства произнес именно в преддверии 3 июля, нашего главного праздника, Дня независимости. Вообще, это для нас не просто День независимости, это вообще важнейшая дата, когда наша нация действительно выстояла. Просто мы этому дню благодарны, что мы остались существовать. Не будь этой даты, даты освобождения нас от немецко-фашистских захватчиков, белорусов бы не существовало. Мы это должны прекрасно понять. Это самый переломный момент. Поэтому этот праздник всегда понимаем, почему этот день мы празднуем как самый главный. Но у нас есть такие три даты важнейшие. 17 сентября 1939 года – объединение нашей нации. 3 июля, о котором мы говорили. И 9 мая. А посмотрите, как вот к этим временным датам сегодня относятся на Западе. Это вызывает у них что? Ненависть, отторжение, да? Попытки какой-то мести или еще чего-то. Разрушение наших памятников идет на фоне этого всего и так далее и тому подобное. Мы становимся, как в 1941 году, идеологическими противниками. Причем идеологическими противниками мы становимся не только на почве истории, а мы становимся и на общечеловеческих принципах противниками идеологическими. Это касается брака и семьи. Это касается половой неприкосновенности детей, да чего там и так далее и тому подобное. А в конце концов, посмотрите, что делают с нашей православной церковью везде. И уж пытаются нас лишить самого главного – духовности. Православие расколоть, уничтожить. Все, все на это направлено. И все происходит на фоне того, что поляки говорят, дайте нам побольше оружия. Мало этого, дайте ядерного оружия. Накачивают вооружением эту Украину, которая бедная, уже говорю, что все идет к той тотальной войне, что они хотят положить действительно последнего украинца, а потом взяться и за поляков, за последних, которые будут там. И никуда от этого не деться. При этом Россия, вы посмотрите, да, она призвала эти 300 тысяч, но она не ведет тотальной войны. Она ждет, как методично уничтожаются вот эти все системы. Говорят, появились Брэдли, появились Леопарды, все, да это ж новейшие системы, которые... Понятно, что аборигены будут радоваться любому подарку белого хозяина. Это все ясно. Но почему они появились? Да потому что закончились те системы, которые поставлялись до этого, и были обучены украинцы, те же самые, которые воюют, на советские системы. Они закончились. А чего греха таить? Это вооружение было не на один комплект этих вооруженных сил Украины, а их больше нет. Что вынуждены западные страны? Отправлять туда свое вооружение. Отдал вначале шапку, потом снял шубу, потом остался без ботинок. Очень интересно действительно наблюдать со стороны, как Россия неполным комплектом вооруженных сил, не проводя все еще мобилизации, расправляется с 51 страной. Очень так навевает какие-то мысли, что же сегодня там происходит на самом деле. И почему Россия, обладая такими колоссальными ресурсами, не проводит эту глобальную мобилизацию, чтобы просто взять и сломать хребет всему, чему там можно, превосходя и в людских, и в материальных ресурсах, и так далее. Сегодня вот эти вот западные страны, они, понимая, какой этот потенциал есть, тем не менее не знают, что делать дальше. Экономически сломать невозможно, политически изолировать нет никакой возможности, а Россия все набирает обороты. Чем это должно закончиться? Вы вспомните еще первую речь Владимира Владимировича Путина в Мюнхене, да, в 2007 году. Ведь просто он говорил, ну не надо, просто отстань, давайте жить мирно. Да? Все, основной посыл был, давайте жить мирно, мы ничего не требуем. Мы просто хотим жить в наших границах, не приближайтесь к нашим этим. Мы переживаем, потому что если лезет к тебе мужик там, с ядерной бомбой, ну, наверное, или какое-то государство, ну, наверное, это вызывает какие-то опасения определенные. И, как оказалось, не зря вызывает. 2021 год, в декабре, еще до начала специальной военной операции, тоже Россия выступила с просьбой, там, может быть, с требованием, все по-разному к этому относятся, но тем не менее она четко сформулировала свои уже цели. Она сказала, мы крупная региональная держава, мы имеем свои определенные по отношению к нашему региону, хотим иметь свое влияние. И вопросы, связанные с расширением НАТО на восток, были уже поставлены, как говорится, во многом ребром. Но никто ж не послушал, никто не захотел пойти навстречу. Дальше продолжали накачивать, создавать группировки и так далее. Начался конфликт. Сегодня, я хочу сказать,
Россия уже просто так не согласится на какого-то регионального лидера. Сегодня у России большие амбиции. И я думаю, что эти амбиции она решит. Непременно закончится все тем, о чем говорили в 2021 году в декабре месяце. Результаты будут именно такие. И Европе лучше действительно об этом задуматься. Попытка проведения вот этого саммита в Вильнюсе, который будет там, на фоне того, что вот мы сейчас укрепим наши границы, потому что тут все на наших границах неспокойно и так далее. Тут они могут в любое время вводят какие-то армии сюда, дополнительные контингенты войск, авиацию перебрасывают, ПВО. Вопрос, а зачем вы их притянули в Вильнюс на дальность выстрела из миномета? Это говорит только об одном. Они понимают, что ничего им не угрожает абсолютно. Россия занята специальной военной операцией. Беларусь вообще никогда никому не угрожала. Но при этом они нагнетают обстановку вдоль границ, стягивают группировки везде, зная, что Россия не занимается этими вопросами. Она смотрит туда только теперь через призму прицела применения соответствующих систем вооружения, от которых это произойдет все мгновенно, и даже многие страны не поймут, что с ними произошло. Или уже вообще никогда не поймут, что с ними произошло. Поэтому эта игра с огнем. Самая натуральная игра с огнем. То же самое в ходе этого саммита. Давайте будем решать вопрос, примем Украину в НАТО, не примем Украину в НАТО. Начинается эта игра. Другие предлагают, то есть уже даже доходит до того, давайте мы часть вот этой Украины, которую мы не смогли в ходе контрнаступа назад вернуть, оставим России, а, дескать, вот эту часть начнем принимать в НАТО. Тогда вот эта часть Украины, она посчитает, что это будет той платой за того, что вступление. Ну, не надо верить Западу. Он нас все равно обманет, как он это всегда и всю историю успешно делает. Складывающая в мире обстановка не оставляет для нас сомнений в том, что мы должны держаться вместе. Я это говорил и на предыдущих совещаниях. Я не агитировал большими там дипломатическими терминами или политическими держаться вместе. Я сказал по-простому. Мы сегодня вместе, у нас единый рынок. Куда мы торопимся выскочить из чего-то? Я, пример, проводил Украину. В свое время мы с Петром Порошенко, когда он выходил из СНГ, я ему по-простому говорил: Петро, ты куда торопишься? Тебя кто-нибудь выгоняет? Тебя СНГ обременяет? Нет, не выгоняет, не обременяет. Ну кому ты хочешь показать свою прыть? Пример Грузии. Вы видите некое изменение их политики. Они наелись западных обещаний и прочее и хотят вернуться на наш рынок. Опять. Потому что никто вас ни с молоком, ни с мясом, ни с вином на свои рынки не пустит. Рынки давно поделены, и за них идет жесткая драка. И это второе, почему мы должны держаться вместе. Это наш освоенный рынок. Там, если и что-то предложат за рубежом США или на Западе, это значит в обмен на ресурсы. Отдай ресурсы, значит, мы тебя будем поддерживать. Или на какую-то политику, там, тремя пальцами что-то дадут. Если ты будешь бегать следом, шелкать каблуком и поддерживать ту политику, которую они проводят. Речь идет не о трансформации, а о грубой ломке миропорядка, в которой обостряется геополитическая борьба между центрами силы. Ну, соответственно, американцы пытаются зацепиться и сохранить глобальное доминирование. Значит, Китай активно соревнуется с коллективным Западом за роль лидера. Россия отстаивает свои интересы уже с использованием военной силы. Вот. И, естественно, в этой связи пространство ОДКБ и на Западе, если мы говорим о Белоруссии, и в Центральной Азии, и в Закавказье, является перспективными театрами вот этого геополитического противоборства. И чтобы не происходили на этом пространстве события по аналогии с теми, которые сейчас развиваются на территории Украины, конечно же, нужно демонстрировать определенное единство и понимание общности интересов. К этому и призывает президент. Это вполне прагматичный подход. Как говорится, вместе гораздо легче выжить,
чем поодиночке. И если у нас есть оборонительный военно-политический союз, он должен функционировать максимально эффективно в интересах всех его участников. И, в общем-то, кризисные события последних нескольких лет, они, по большому счету, продемонстрировали, что, скажем так, потенциал у ОДКБ есть, это не мертворожденная организация, это не только кризис в Казахстане, кстати. Мы благодарны нашим союзникам за поддержку в 2020 году. Да, это была информационная и политическая поддержка, тем не менее, и эта поддержка сыграла определенную роль в стабилизации ситуации в Беларуси. Но я бы отметил, что вот в момент вот несколько, скажем так, вот этих вот потрясений в России последних дней, там 24 июня, страны АДКБ также заняли позицию поддержки официальной власти Российской Федерации. Потому что, конечно, понимание того, что смута недопустима, это общее понимание. Естественно, в этой связи мы внимательно следим за ситуацией в центральноазиатских государствах. Мы продолжаем, значит, я имею в виду ОДКБ и под председательством Беларуси, в настоящее время находящейся, продолжаем продвигать собственную повестку в Закавказье в части, касающейся урегулирования конфликта в Карабахе и на армянско-азербайджанской границе. Да, точка зрения организации не всегда совпадает с позицией официального Еревана, но нашим армянским союзникам эти противоречия, на мой взгляд, были надлежаще разъяснены на соответствующих саммитах. Вот. Все же есть там основополагающие договорные документы после произошедшей Второй Карабахской войны, которые, на мой взгляд, необходимо выполнить. И это и выполнение этого мирного договора при посредничестве Российской Федерации, по сути дела, откроет новые возможности для развития и Армении, и Азербайджана. Это застарелая рана, которую надо лечить, вот, а не бередить постоянно.